Друзья, всем привет! Сейчас я нахожусь на одном из наших объектов, на котором мы делаем утепление деревянного дома. Дом из профилированного бруса. Общая толщина утепления у нас 100 мм по перехлестному способу. Делаем утепление вот такой вот минеральной ваты, это Урсатера. В закрытой упаковке вот так вот он выглядит. В этой упаковке 18,3 квадратных метра. Толщина утеплителя 50 мм. В открытом вот так вот он выглядит. 24 плиты. На фасаде этот утеплитель выглядит вот так вот. Дальше на фасад мы укладываем, после того, как мы сделали утепление, вот такую диффузионную мембрану, новая серия пленок Дельта, Дельта XX+. Утепление у нас на фасаде выглядит вот так вот. Здесь используется сухая строгановая обрешетка, брусок 50 на 50. Первая обрешетка у нас идет вертикально, вторая идет горизонтально, видите? Вот. Здесь вот были углы закрыты обналичкой. За обналичкой была вот такая вот пена. Сейчас мы ее подрезаем, чтобы сюда можно было плотно положить утеплитель. Первый слой утепления сделали. Скоро ребята будут монтировать второй слой утепления. Также мы здесь вот было плохо пропенено. Меняем пену. Ну, где-то меняем, где-то добавляем. Вот так это у нас выглядит. С этой стороны у нас диффузионная мембрана. Диффузионную мембрану мы в основном не проклеиваем, потому что она у нас коннект. Вот видите, она с самоклеющимся таким слоем. То же самое здесь. Очень хорошо приклеивается. Давайте с этой стороны тоже посмотрим. Прям тяну сильно. Очень хорошо держит. Если посмотреть издалека, то это выглядит вот так вот. Задача ребят — соединить контур утепления стены с контуром утепления крыши. Тот участок они еще будут доводить до ума. Сейчас это выглядит у нас вот так вот. С этой стороны у нас есть участок, на котором не было клеевого слоя. Дополнительно проклеили лентой мультибанд. С этой стороны тоже уже все утеплено и закрыто пленкой. С этой стороны у нас еще ничего не сделано. Здесь у нас крыльцо. Вот она, открытая часть. Будем здесь делать новый каркас. Вот эти балки внизу и на втором этаже будем убирать, будем менять столбы, будем полностью делать вот эту часть каркасной, утеплять так, чтобы общая толщина здесь была 250 миллиметров. Сейчас это выглядит у нас вот так вот. Давайте вам издалека тоже покажу. Вот так это смотрится, и обшивать будем фиброцементный сайдинг дековер вот такого цвета. У нас панели. Все у нас закрыто полностью. Просил ребят, чтобы открыли, чтобы вам показать цвет. А так обязательно нужно закрывать, чтобы влага не попадала на него, чтобы материал был сухой и максимально сухой монтировался на фасад. Вот такой вот у нас небольшой обзор дома с профилированного бруса, который мы делаем утепление 100 мм и монтировать будем на него фиброцементный сайдинг дековер.